Алло. Алло, здравствуйте. Звонил вам по поводу Opel'а Omega. Да. Сегодня можно будет посмотреть, подъехать нам? Можно. Ребят, всем привет. Предыстория этого видео такова, что моя сестра решила приобрести себе, ну, можно сказать, еще один автомобиль. Ну, скажем так, для повседнева. Чтобы был практичный какой-то, может быть, универсал или минивэн. В общем, сейчас едем смотреть такой автомобиль, как Opel Omega. Старая Omega 97 года, 2 литра бензин, универсал. Человек рассказал, что она переварена. Двигатель менялся, с разборки брался зимой. По ходовой никаких проблем нет. Собственно, сейчас мы поедем, посмотрим. Взял я на всякий случай. Хотя такие автомобили в таком ценовом сегменте, наверное, не стоит сильно смотреть по кузову. Но, тем не менее, взял я такой прибор на всякий случай. Будем смотреть не так внешку, а именно лонжероны смотреть будем. Были ли какие-то серьезные ДТП. Понятно, что машине 21 год, и она в ДТП, конечно, каких-то была. Ну, если там ничего серьезного, серьезных ДТП не было, как говорится, геометрия, все нормально, то, скорее всего, этот автомобиль они возьмут. Автомобиль достаточно недорогой, всего лишь 3300 рублей за него просят. Это приблизительно, получается, 1600 долларов. Ну, плюс-минус там мелочи, как-то так. Так что смотрим видео. Следующее включение будем смотреть, собственно, данный автомобиль. Всем. Так, ребят, короче, ну, приехали. Здесь вот такой вот автомобильчик. Ну, что-то как-то, если честно, она выглядит не браво. Блять. Ребят, зазоры. Здесь зазора нет. Вы можете посмотреть. Капустный. Здесь тоже. Все. Вон, тут вообще зазора нет. Иди сюда, Оксана. Короче, ну, на эту сумму, наверное. Ну, салон еще куда ни шло. Но по кузову она, Оксан, слышь, задний, не-не-не, она не очень хорошая по кузову. Нет, я не погнили, пока смотрю по зазорам. Пока я не вижу, честно, пока я не вижу ни одного нормального зазора. Они все кривые. Здесь зазором. Здесь вообще торчит дверь. Иди сюда. Я вижу. Вот она. Я даже еще не беру толщиномер. Ну, я не знаю. Ну, просто что ценник такой. Здесь, вот здесь вообще, во, рука влазит. Вон сверху, смотри. Ну, я не знаю, может, она должна быть такая же? Чего? Что? Нет, ну... А, не, ну да. Наверное, не должна быть. То есть... Не-не-не, она была битая. То есть. Она была перевернута, может, да? Перевернута. Ну, хрен его знает. А, ну подожди. Все зазоры горбатые. Погнили. Да и гнилая она, в принципе. Она кривая. Ну за такую цену, наверное, она и будет, чтобы она не совсем гнилая. За такую цену, тем более, если сильно сторговаться, ну. Не, ну ты как? Я не знаю, я на такой машине не умею. Ты не хочешь? Не, ну я вообще, может, хочу новую, ну блин. Нет, ты, ну у тебя же больше денег есть, ты можешь и лучше взять, но я не про это говорю. Я говорю, что как это? Если она хорошо ездит и не сильно гнилая, дырок сквозных таких, ну... А то, что она косая, ну это понятно, что она косая, она вся крывая. Ну, я про это и говорю. Ну, сложно сказать, просто что 3300... белорусских рублей, но она, конечно, вся горбатая. Я тебе честно скажу, она вся горбатая. Да я вижу, что она горбатая. Она вся горбатая, это я еще не брал, это прибор, не знаю, убрать ли его. Толщиномер. Толщиномер. Но у нее, наверное, глаза бы из орбит вылезли, если она видит, что я с толщиномером. Просто мне интересно, если накладку убрать там совсем. Ну, тут шпаклевка лопнула, вот можно видеть. Лопнула шпаклевка.
Это ну, вперед двигайся. Да. Ты не туда складываешь. Я подержу. Ну да, у них так. Ну понятно, тут все снималось, крылья, все это, болты вообще не, от, не с этой песни. Так и не вижу, знаешь, чтобы оно где-то что-то было. А где номер кузова? Ну я честно как говорю, вот он. Нет, это, ну, это дублирующая табличка. Сейчас не знаю. Давайте заведем. А, уровень мастера посмотрим. Да стоп, не заводите. Не заводите, прям возьми. Подождите. Мастер. А вы ездили сегодня на ней? А масло давно меняли? Зимой, когда меняли двигатель, мы что, меняли БРМ, масло все туда меняли. Ну, все руля было. Сколько она пришла после этого? Ой, честно, не знаю. Ну, немного, не больше пары тысяч. Как бы, если... После замены двигателя? А? После замены двигателя? Да, да, да. Ну, как бы, ну, поменяли, естественно, там же меняли. А ну, двигатель какую-то гарантию середина. Вам давали или просто... Ну, это честно занимался, я не знаю. Ну, двигатель хороший, потому что он выбирал сам, у него очень знакомый работает. Там, как бы, ну, не просто там кого-то, то есть, ну, знакомого брали. Ну, давайте заведем, заведите тогда. Ты еще бы засунул? Засунул. Да, да. Ну по кузову сама видишь. Ничего такого нету, чтобы прям там вообще ужас. Ну она вся по кругу куцаная, горбатая, битая, перебитая со всех сторон, это понятно. Ну ценник. Ну, ну это. Глушители пиздец. Глушители очень, да? Ну, зрительно. Это как бы ставим, как бы за машину. Техника какой-то мелочи. Включи фары и аварийку. Что я могу сказать? По ходовой едет, но я по ходовой, вроде едет, тянет, все вроде не разваливается. Ходовой вроде не топ, ну как ты не едешь, по нормально. Короче, косарь. Не, он не даст. Нет, косарь не даст. 1400, 1500, 1500. Короче, тебе как?
По кузову она, я говорю, как есть, по кузову она горбатая. Ну, такого нету, что там, знаешь, там... Она битая, перебитая, не сильно гнилая. По кругу совсем... она битая, битая, чисто так, по наружке. Если сказать, что она уже гнилая, то я бы не сказала, мне кажется, что нет. Газоль! Достаточно. Нет, масло на несколько раз говорю.